первый окунь на приманочку самодельную Easy Shiner 3,5 сантиметра, 4 грамма взял, ну, метров с 20. Что на что взял? Что за грамм? Easy Shiner. В электрическом цвете. А по граммам? Четверка. Ветер. Я не могу, конечно. Такой красавчик. Вот колебалочка, которая ловит классно щуку, фишинроевская тандем. Вот поймала такого вот окуня. Да, я понимаю. Красавчик. На что? Думал щука, попался в лука. На что? Как всегда, воскресенье, украинка, коллектив один и тот же. На кушок клюет, ну, такой, граммиков под 40-50 попадается. Кидай кулек. 2 граммика вольфрамик, погода сегодня нас не радует. Но мы упираемся, пробуем. И пока потихонечку получается. Ветер усилился, но мы уменьшились. Грамулик, вольфрамик, полярик зеленый. Стихи прям получается. Такой кушочек, граммов под 70-80. Клюнул карпик досадно, забагрился маленький. А, покажи его. Зеркальненький. Малыш, расти 10-килограммовым как минимум. Давай его водичку.